Так, ладно, у меня авария. Давай, пока. А если вы дебил, а если вы идиот, никто не поможет вам, ничто не спасет. Если вы дебил, а если вы идиот, никто не поможет вам, вас ничто не спасет. Oh, shit, man!
имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста. Заезжаешь на улицу, а там вот это все столько тепла, и голова так и чувствуется, что там уже воздух, а ты в теплой воде. Мама родная. Это кто так? Пиздец. И скорая вот она. Сука толстая, блядь. Дура, блядь. Аня, папа тебя ответил. Dann leuchtet heiß aus dem Versteck die Flamme aus dem Schenkeleck. Вот, смотри, 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 смотри. Что? Ой! 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 А! Ой! 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 Что он делал-то? Дата, будь в теме. Будь в теме, Саспус. Иди снова, полиция.
помню, я думаю, помню. Ешь ты или не ешь, ешь сам спуск, отащи, гений. Так, едем. А, тут бежит туда и сюда, то ни одной машины тут. Недавно, видимо, нахуй. Это Богдан. Да. Хуй, я не понимаю, авария с той стороны. Но. А мы, бля, это, пропускаем. Вон, блядь, уже лежат тут железяки. Отлетели, нихуя. Так как же так? Ну, походу. Дубляк. Так это прицеп, Таня, вот эта хуйня, прицеп. Да прицеп. У, кабина в кашу нахуй. Включился, Миша? Да, 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 да. Кабина в кашу нахуй. Ух ты. Смотришь, там же, блядь, вот, живого вот. Нету нахуй. О, так его прям в этом. Да. Бляха, ну-ка, еще ментов тут никого нету. Снимай, снимай, снимай. Снимай. О, смотри. КамАЗ, да? Сейчас развернешь, дедушка будет проезжать эти это самое все. Окно выпустить можешь. А нет, водителя нету. Вылез. А чем же она сюда? Да, он не влез. Ой, мамочка, ой. Моё. Блядь. Ну вы чёрный, ёбаный, блядь, а?